Уже через месяц «Химки» отметят свой 80-летний юбилей. К этой дате подготовили немало мероприятий. Детали обсуждали на заседании общественного совета. Как заявила заместитель главы округа Ирина Теслева, это будет грандиозное торжество, а ключевой зоной проведения станет арена «Химки». Мы рассчитываем, что реализация будет не менее яркой и красочной для того, чтобы это было шоу, которое будет характеризовать этапы становления городского округа, его самые сильные стороны, и шоу будет такое тематическое. Помимо этого в городе пройдут шествия, выставки, во всех парках организуют культурно-массовые мероприятия. Еще одной темой заседания стала организация туристических маршрутов по региону для пенсионеров. Их планируют запустить в ближайшее время.